Знаєте, чому російські правителі віддають владу тільки тоді, коли їх винесуть вперед ногами з Кремля? Тому що прекрасно розуміють, після того, що вони наробили, життя їм не буде. Росіяни люблять, коли з ними жорстко. Ну, а хто це зробить краще за ПУ? Які там протести? Сидять тихенько. Почесний кореспондент Russia Today та золоте перо Останкіно. Совєта Блабада знову в ефірі. Готуйтесь. А мені не лишається нічого іншого, як попрощатись. Зима близько. Последнее время в России, что ни день, то митинг. Милостивые власти разрешают недовольным глупцам выражать свое мнение. Но дошло уже до того, что бунтари позарились испоганить величайший в России праздник – День народного единства. А некий националист Вячеслав Мальцев посмел заявить, что в России произойдет революция. Чем закончится? Для неблагодарных Путину россиян проявление демократии смотрите сами. В светлый субботний день вся Россия вышла на великое гуляние в честь Дня народного единства. У стен Кремля собрались представители всех национальностей нашей большой родины. Мы, несмотря на наше многонациональное государство, едины. Лже-СМИ утверждали, что народ вышел не сам, а их якобы силой выгнали на демонстрации. Мирным праздник был недолго. Какой ты русский праздник? День народного единства, массовых обысков и задержаний. Вместо того, чтобы пить да гулять, недостойные дети России вышли на русский марш. Это те представители нашей нации, которые до сих пор, несмотря на массовый намаз в центре Москвы и закрытие школ в честь праздника Курбан-Байрам, считают, что Россия для русских. Я отстаиваю единство русских и как бы независимость русских, чтобы соблюдалась в нашей стране конституция. Вот. И даже если у нас этно-меньшинство русских, то все равно мы должны быть едины. В честь праздника нарушителям порядка правоохранители сделали легкие физические замечания. И аккуратно взяв под руки, повели домой. Бережное отношение к родине, забота о ней, верность искренней дружбе и неприятие какого-либо давления извне – это несущие конструкции российской государственности. Кто после этого скажет, что в России нет свободы слова и людям не дают разрешения ходить на митинги? Тем более, что на следующий день после праздника народного единства глупым и наивным россиянам дозволено было выйти на революцию, которую объявил саратовский политик Вячеслав Мальцев. Сегодня у нас воскресенье, вы знаете, сегодня у нас революция. Правда, в родном городе самого политика о революции почему-то не знали. Слышали, что вот на сегодняшний день, 5.11, он назначил революцию? Не слышал даже. Интересно, это с какого перепугу? Но в других городах России люд таки вышел в полной готовности совершить переворот. Какие-то ребята там с красными флагами, потом эти китайцев тут кто-то нагнал, я не знаю зачем. Заглянув на школьника в разрисованных футболках. Моя собственная разрисовывал. Стражи порядка сразу увидели угрозу российской государственности и немедленно начали обыскивать подростков. Взгляните только, с чем они пришли на митинг. Полиция моментально поместила особо опасных преступников в автозак. Задержали просто ни за что. На площади, когда я гулял, просто взяли, задержали. Завели в автозак, ничего не объяснили, забрали паспорт. А всех ратозеев вежливо попросила пройти мимо. Граждане, проходим, не задерживаемся, не мешаем проходу граждан. Революция, как вы могли догадаться, так и не свершилась. А все потому, что на самом деле тех, кто любит Владимира Владимировича, в России куда больше. Я всегда и всем говорю, голосуйте за Путина и за Единую Россию. С вами была Света Блобода из Москвы. До новых встреч!